Всем привет! Сейчас приехала из центра наших поселков. Расскажу немножко о том, сколько цена на курятину. Купила я грудку одну. Вот, неплохая такая грудка, грамм 800. Килограмм стоит 108 гривен. Дальше, ну, это такие без ножки. Вот, видите? Килограмм стоит 75 гривен. Я три штучки взяла. Это как раз вот килограмм и есть. Дальше взяла сарделек. Сардельки стоят килограмм 86 гривен. Но они хорошие, классные, смотрите. Но не маленькие совсем. Так. Что-то мраморный сыр пропал куда-то, не знаю. Я взяла сыр 193 гривны за килограмм, тут грамм 400 с чем-то, вот такой, называется красноградский, ну, нормально. И кусочек масла, масло на вес я беру, нам вполне, нас устраивает это. Килограмм стоит 137 гривен, вот такой небольшой кусочек я взяла, мы его везде добавляем. Вот, и вот, зашла в Smile Market и купила вот немножко еще семян, укроп и две упаковочки морковки. Потому что у меня уже, ну, думаю, высею все, потому что морковка в этом году очень дорогая. Бурячок у меня какой-то есть, нам достаточно будет. Короче, вот такие вот на все цены. Цены везде большие, а у нас тут в магазинах вообще очень сильно подорожало все, поэтому приходится выезжать. Короче, всем спасибо, кто меня посмотрел, и всем пока.